Привет всем, народ! Сегодня у нас 17 апреля 2023 года. О, у меня молотки занеслись. Видно, нет на камеру. Яйцо бирюзовое такое. Даже какое-то голубоватое. Это D300. Первое яйцо сегодня скинули. Сейчас пока черной львинки нету. Вот. Варю кашу им раза три в неделю. Вот они, мои красавицы. Здесь вся молодочка, уже выходят на улицу днем, на солнышко. Но они еще пока молчат, пока не несутся. Но я тоже думаю, уже гребешки. Гребешки уже большие. Вот эти скоро начнут пробрасывать яички. А вот эти красавицы дали вот это яйцо сегодня. Оно такое бирюзового цвета. Ну-ка сейчас выключим свет. Так, может, видно. Я не знаю, на камеру видно, на камеру какое-то оно серое. Так что вот такие дела. Если бы сейчас они бы ели черную львинку, может быть, дела бы обстояли лучше. О, перепелам кушать надо дать. Так, ну а эти цыпки у нас растут. Вот так уже подросли. Один цыпленок здесь очень слабенький. Ну, это, наверное, все связано с пуповиной. Где-то он здесь есть. Не растет. Остальные его нормально все. Остальные будут полноценные. Вот, смотрите, какие красавцы. Полноценные курочки. Пойдемте посмотрим сейчас. А, сейчас покажу. Вот здесь. Так, перепелок сейчас не забуду покормить. Так, вот здесь у нас занес сейчас яйца черной львинки. Там очень мало яиц, которых я еще дня два назад или три дня снимал. Поставил брудер. Думаю, может, в брудере там что-то не вылупляются. Думаю, может, в брудере вылупятся. Так что, ладно, пойдемте покажу черную львинку. Сейчас очень много кто ждет черную львинку, яйца. Я сам ее очень жду, но почему-то у меня не получается пока. Не пойму, в чем дело. Мухи уже много, а яиц нету. Яиц нету, вообще нет. Если они вот снесли там одна-две муха, три дня назад что-то поставил, я обрадовался. Там было-то две-три мухи. А сейчас мухи много, яиц нету. Поэтому занимаюсь я ровно год ею. Я еще сам многого чего не понимаю. Все только задают вопросы, всем что-то надо. Я сам, когда я начал задумался о этой черной львинке, я смотрел эти китайские или малазийские сайты, и то на непонятном языке, что они там, это. И потом один какой-то сайт тоже с Беларуси, парень разводит. Вот его ж них пару видео посмотрел, и все. Просто я вот беру и делаю. И сейчас что я сделал? Нету яиц. Температура 30 градусов. В комнате 10 градусов в старом доме. Снаружи прохладно. Видимо, я думаю, что им не хватает температуры, не хватает тепла. Днем солнце, когда светит, открываю карбонат, чтобы больше солнца попадало. Видимо, им прохладно. Добавил сейчас температуру у меня вот в данный момент. 50% влажность, 27 градусов тепла. Это то, что я опрыскивал. Здесь у нас 60% влажность, 27 градусов тепла. Вот так. Так, вот смотрите, сколько мухи. Мухи. Я вот брызгал недавно. Ой, блин. Тихо. Мухи очень много, она летает, спаривается, муха уже кишит. Уже при таком объеме мух, ну уже что-то должно быть. Как минимум там хотя бы мизерные кладки, но их нету, даже вон там на дощечках никто не сидит. И я не пойму, в чем дело. Не знаю, вот здесь пошла муха тоже. Ну, мало, здесь мало мухи. Я здесь поставил уже тоже им приманки. Там все запотевшее.
Пропасал приманки, дощечки для откладывания яиц. Муха там тоже уже есть. Так что вот, вот смотрите, сколько мухи. Муха повылуплялась очень хорошо. Я даже не ожидал, что столько будет. Но она еще и вылуплится. Так что я сейчас на данный момент добавил температуру. Добавил температуру. И теперь будем подождать немного. И будем посмотреть, как говорится. Буду наблюдать, смотреть. Приманку еще добавил мясо. Там уже то, что я им делал для приманки, уже очень сильно воняет. Сейчас добавил еще сегодня куски мяса туда, пускай тоже гниют. Еще, чтобы больше запах шел. Ну и вот, пока я сам не пойму, в чем проблема, в чем дело. Все вроде бы, все соблюдаю. Вода, влажность, температура, все идеально. Все, но яиц нету. В чем проблема? Сейчас я вот пытаюсь понять, в чем дело. Как пойму, я обязательно вам скажу. Поэтому мне даже, я говорю, мне даже спросить не у кого. Ну и незачем, я так думаю. Потому что как у меня получается, так у них не получается. У них совсем другие условия, совсем все по-другому. Поэтому у каждого все индивидуально. Ну примерно, примерно, я думаю, совпадает. Влажность увеличивается. 52, 20, 27. Ну, я думаю, температура уже будет держаться здесь на 35 градусах, и мы посмотрим. Так что вот такие дела. Как муха пойдет, обязательно я видео сниму, покажу. Взвешу эти яйца, что уже все там выходит, вот эти 10 грамм, и уже начну отправлять посылки. Выведу опарыша себе, и процесс мы запустим. Я думаю, это скоро все поймем, в чем дело, и уже все наладится. Так что обязательно, обязательно буду отправлять. Кто ждет, обязательно отправлю. Ну все, всем пока. Скоро увидимся.